ефірі програма «Це вас хвилює». Вітаю вас. Психологи стверджують, що дотепер впливає на психологічний стан людей Друга світова війна. Пройшло вже 70 років, але навіть наше покоління чують її відгомін і досі переживають події тих років. І в країні знову ведуться бойові дії. Найбільш незахищені верстви населення – це наші діти. Як же говорити з дітьми про війну? Про це ми сьогодні запитаємо у нашої гості. Практичний психолог, психотерапевт Ольга Алексєєнка завітала до нашої студії. Вітаю вас. Здравствуйте. Отже, Олю, ми вас вітаємо і дуже хочеться поговорити про те, як розказати з дітьми про війну, так, щоб дитина виросла все ж таки людиною і дотримувалася якихось мирних позицій і вміла зберегти мир. Наскільки це можливо? Это возможно. И давайте посмотрим на сегодняшнюю ситуацию в стране. Сейчас все больше детей всех возрастов и статусов начинает играть вот в АТО. Строят укрытие из песка, кирпичики у них, танки, камушки, это пули, град. И даже если дети не были в зоне вооруженного конфликта, они все равно играют в эту войну, потому что дети всегда из поколения в поколение играли в войнушки. То есть это передается у нас генетически от наших дедов и отцов. И поэтому, но самое, что страшное, сейчас в наши дни дети играют в нашу войну, и они проигрывают не чужой страх в игре, а свой собственный страх. И у нас в стране получается в те вот процессы вовлечены все версты населения, а дети в том числе. И дети играют в АТО сейчас, хуже спят, нервничают перед или капризничают, или плачут, или нервничают, когда смотрят какие-то телепередачи. То они відчувають той дух напруженості, що панує в країні, ті переживання, які притаманні і дорослим, їм також передаються, і вони не можуть залишатися байдужими, навіть не усвідомлюючи цього. Получається так, що якби наші батьки, наші соотечественники не ограждали дітей, все одно діти транслюють це наше настроєння на самих себе. Чим це може бути небезпечним для дитячої психіки і потім для дорослої людини? Получается, что дети переживают и переживают вот эту ситуацию даже больше, чем ну, взрослые. И поэтому, если не обсуждать эту проблему с детьми, то напряжение все равно будет присутствовать у ребенка. То есть с детьми треба говорить? Нужно говорить с детьми о ситуации в стране, но нужно, иначе ситуация выйдет из-под контроля у детей. Но для каждой возрастной категории есть какие-то свои способы для того, чтобы донести до ребенка вот эти изменения, которые происходят в обществе у нас. Вот малышам, если взять малышей от 2 до 6 лет, не важна сама вот сущность обсуждения вот этой ситуации политической, общественной, они должны видеть поведение родителей. То есть даже с такими малюками нужно говорить про боевые дії? Нет, они должны чувствовать защищенность. То есть мама и папа должны давать ребенку ощущение того, ощущение стабильности и поддержки. То есть, чтобы ребенок мог вырасти стрессоустойчивым. Тобто говорити, ми тебе любимо, сонечко, ти наш найкраще, да. Підтримувати дитину. Обязательно поддерживать ребенка. Для мам и пап, дети, которые постарше, тогда можно, вот эта ситуация дает возможность обсудить само устройство общества. Но здесь нужно затрагивать не политические как бы системы, а общественное устрой государства. Политику стараться не вовлекать, не говорить, кто плохой, кто хороший. Потому что, еще раз повторюсь, что все наши взрослые эмоции дети чувствуют, и они передают между собой это. И потом в садочку, чи в школе могут выплывать
цікаві ситуації. І виходить, що з моменту всіх вот, воєнних дій наші люди знаходяться постійно вот, в якомусь нервному напряженні. І виходить, вироблюється определенный копинг-стратегия, то есть это защитные механизмы нашего вот, организма. Если, например, взять поколение, с которым 40-50 лет, то эти люди пережили так называемые 90-е годы, да, когда они росли, развивались, размножались, да, они выросли как бы и дальше продолжают жить. Очень интересно поколение наших бабушек и дедушек. То есть тогда женщины взяли на себя вот этот всю мужскую работу. То есть они выполняли роль и мужчин, и женщин у себя в семье. Это не могло не вплинути на їхніх дітей. Это, да, повлияло на їхніх дітей. Но самое интересное, что вот молодое поколение, оно не приспособлено вот к этим изменчивым ситуации стресса, когда происходит у нас в стране, когда была Вторая мировая война, сейчас, когда у нас военные действия. И поэтому они не знают, как реагировать и как общаться со своими детьми. А як говорити про позицію дитини стосовно бойових дій? Що ще потрібно пояснити діткам? Дітям нужно говорить, что ребенок, что ситуация в стране, это вот как бы там ни было, война рано или поздно закончится. И поэтому очень важно давать позицию защищенности ребенку. Ты еще раз мы на этом наголошим. Да. То есть в этой связи нужно быть очень, очень толерантным в отношении, как бы, в отношении ситуации, которая сложилась в стране. И поэтому, как бы ни была, какой бы ни была направленность с точки зрения взрослого ребенка, он должен в любом случае демонстрировать, как бы, ту позицию, ну, доброжелательности, человечности, порядочности в воспитании своего ребенка. Тобто, наприклад, продовжувати опікуватися там слабкими, допомагати своїм батькам і меншим опікуватися молодшими братиками і сестричками, тваринкою. Все це показувати, що життя триває. Життя триває і воно продовжується. Сейчас дети, которые даже не были в горячей точке, на наших горячих точках, играют в АТО. И поэтому вот эта ситуация, этот сигнал показывает... Это такая реакция детей на военную ситуацию. Да, то, что их это тревожит, ситуация в нашей стране. И поэтому есть вот хорошо, что вот эта замечательная такая стратегия от страха – это игра. То есть дети могут проигрывать, они реагируют вот в игре, проигрывают вот эту ситуацию. То есть они сначала могут быть и солдатом, дальше и сепаратистом, и военным, там, и русским, и кем угодно, и зеленым человечком. И очень главное здесь понимать, что и раньше, во время, например, Великой Отечественной войны, да, дети тоже играли в войнушки против фашистов. Ігри дуже часто турбують дорослих, особливо мам, бабусь, що така ігра не дуже вона якась хороша, а це навпаки реакція дитини. Это, да, реакція ребенка, і поэтому нужно дать ему высказать в этой игре свои эмоции. І навіть агресію таким чином можна виплеснути. Но следует направлять эту игру на поиск путей примирения, а не агрессии. Тобто погралася трошки дитина ось у цю війну, і потім давай відбудуємо те, що зруйноване, да. Давай пограємо в будівельника, в пожежника, в рятівника, врятуємо того, кому потрібна допомога. Тобто ми встановлюємо вот эту розрушену структуру психіки, коли ми заново воссоздаємо якісь мирні картинки і життя.
А як же дорослі сприймають цю ситуацію і, власне, як треба реагувати на таку ситуацію, пов'язану із війною? Як говорити про біженців, як сприймати цю, про військових, військову техніку, як ми бачимо часто на вулиці? Здесь очень часто вот люди, да, если взять примеры, которые принимают беженцев или там оказывают помощь военным или еще, они ждут, считают, что думают, что те должны быть им благодарны, да, например, но и очень обижаются, озлобляются, если какой-то человек имеет какую-то все равно противоположную точку зрения. Поэтому в этой ситуации нужно очень понять, что нужно быть как бы толерантным и просто помогать. Не чекаючи, не чекаючи, не ожидаючи каких-то одобрений, там, какой-то поддержки, да, там, милосердие в том-то и заключается, что возможность на личном примере показать нашим детям, подрастающему поколению, что это воспитывается та человечность, которая существует испокон веков, да, и важно объяснить, что детям в этом, что вот это противостояние, это политика и умелое руководство массами людей, да, и нелегко помогать детям вот из таких семей, особенно семей переселенцев или тех, у кого погибли папы, да, потому что люди вот хотят в основном, знаете, удовлетворить сначала продукты, еду, питание, и очень как бы реагируют не очень хорошо на какую-то психологическую помощь. Но когда проходит 2-3 месяца и появляются вот какие-то первые признаки ПТСР, это психотравма-синдрома, то они уже сами ищут эту помощь и приходят к психологам, и ходят с детьми. И самое что интересное, даже вот когда приводят ребенка, да, на консультацию, на занятия, то родители остаются, и они сначала приводят ребенка, но потом они сами вовлекаются в этот процесс реабилитации, то есть через детей. Скажите, будь ласка, а яка нормальна реакція дитини на ось цю ненормальну ситуацію в країні? Вот если давайте возьмем по нескольким возрастным категориям, потому что вот если для 3-4-летних детей, то это важно, чтобы мама и папа всегда были рядом. То есть давать детям нужно вот эту ситуацию, чтобы он ощущал, что мама и папа всегда будут рядом. Если дети постарше спрашивают, а что там убивают, а что там кровь, а что там война идет, да, то нужно говорить, что смерть есть всегда. Просто в войне, когда война в стране, ее больше. То есть ребенок должен... Но говорить это нужно очень таким спокойным, уверенным тоном, без истерик, без тревог, потому что ребенок очень чувствует... Вразливый тоже. Да, чувствует ваше состояние. И как бы он проецирует... Але ще поганого в тому, якщо мама покаже, що вона хвилюється за ситуацію в країні, за майбутнє своєї дитини, що в цьому поганого? Вона може показати, що вона, но не нужно дітям передавати свої тривоги. Вот в чём разница. Панику. Панику, да. Не надо, нужно проблемы решать по мере их поступления. То есть не надо нагнетать ситуацию, говорить, что этот плохой, этот хороший, все русские плохие, там все украинцы хорошие. Мы в такой способ сеем ненависть в наших детях, понимаете? У всех национальностей есть как плохие люди, так и хорошие люди. Вот как тут треба сказати? Что здесь получается не нация виновата, а нужно как бы обсуждать самого конкретного человека, да, что есть вот плохие, есть хорошие, я еще раз повторюсь.
У каждой нации есть как и у нас плохие, так и там у другой национальности тоже есть плохие люди, есть хорошие люди. И нужно обсуждать как бы не самого человека, а поступок человека. Ось це важливо. Да. А скажіть, будь ласка, підлітки – дуже така особлива категорія. Вже і не діти, не зовсім діти, але ще і, власне, недорослі з сформованою психікою. Ось тут, мабуть, треба особливий підхід. Вони вже можуть ставити дорослі питання, але чи готові вони до дорослих відповідей? Здесь нужно смотреть в каждом конкретном вот индивидуальном случае, потому что некоторые подростки, в принципе, готовы до взрослых ответов, некоторые еще нет, они хотят отгородиться от всего этого. Некоторые подростки выбирают прямо противоположную точку зрения в отношении там мнения своих родителей, лишь бы сделать назло. Это как бы свой вызов обществу. И здесь очень важно, что родитель, особенно подростков, должен показывать, еще раз повторюсь, своим личным примером. То есть обязательно, если вы просмотрели новости там или какую-то передачу, где было много крови, каких-то военных действий, обязательно эти передачи должны обсуждаться с детьми, особенно с подростками. Родители должны знать мнение своих детей. И еще они могут уже у подростков, да, или предподросткового возраста спрашивать совета у ребенка, как поступить в той или иной ситуации, а как бы ты поступил. А что повинно насторожить батьків у поведінці чи словах їхньої дитини? Ну, очень резкие высказывания, что вот даже такие грубые высказывания, что всех убью, надоело жить. Там вот в такой ситуации, в таком ключе. До чего может привести такой стан людини? До посттравматического синдрома расстройства личности. Он, понимаете, стрессы у нас происходят каждый в жизни повседневно, а вот во время еще военных действий этот стресс увеличивается. И поэтому очень важно вовремя выявить причины этого стресса, да, это как головокружение, тошнота, дезориентация личности, руки опускаются. То есть в такой ситуации дети, взрослые, они могут дойти даже и до крайних мер, и до суицида, и до наркотиков, и до алкоголя. До якихось крайніх виявів. Да. Як же, давайте дамо рекомендації батькам, як говорити з дітками, як пережити цю ситуацію, власне. Як зібратися, як зібрати себе докупи, як то кажуть в народі, і не дати впасти в паніку дитині в таку стресову ситуацію. Дійсний спосіб, от один із дійсних способів, как бы пережити війну, то есть особенно помочь дітям пережити війну, это использовать методи арт-терапії. То есть самые доступные из них это рисование и лепка. Ребёнок в процессе рисования выплёскивает свои эмоции. Также и подросток, да, выплескивает свои эмоции. Давайте, например, посмотрим некоторые рисунки, которые рисовали дети-переселенцы, да. Вот, например, если взять рисуночек, да, мальчик рисовал, он рисует это первые рисунки. Тобто він намалював те, що він видел, бачив на власні очі. Да. В чому може допомогти такий малюнок? Сначала он выплескивает свою агрессию на лист бумаги. Вот еще могу еще показать. И это помогает ему впораться и с своим психологическим станом. Да, я могу. А вот это рисунок девочки. Тут прагнення дитини до миру, сонечко, дітки. Взялися за руки, мабуть, з батьками. Это так? Мама, папа, да, ждет, чтобы папа пришел с войны и хочет мира на этой земле. Когда ребенок рисует такие рисунки,
То есть вот эти страшные рисунки мы можем потом преобразовать в хорошие, в добрые. То есть с помощью трансформации, с помощью чего-то дорисования, каких-то эмоций, да, мы можем сделать из них положительные рисунки. Интересно, что вот если ребенок не любит рисовать, можно взять, лепить что-то из глины или из пластилина. И лепить те же танчики, лепить те же грады там, или какие-то установки, да, военные. И потом вот эти установки, можно их трансформировать, смять этот, то есть, пластилин и сделать что-то. Что-то другое. То есть через эту трансформацию происходит трансформация и психики. Вот если взять, например, да, игрушки, в принципе, военные всегда существовали в стиле милитари. Но ребенку, который пережил военные действия, эта игрушка может стать якорем и еще усугубить его какую-то психотравмическую ситуацию и его состояние. Нагадать какую ситуацию. Да, и он может обратно упасть опять в свое какое-то в такую травмическую ситуацию. А игрушки из пластилина или из глины, то есть мы их можем скомкать, выбросить, что-то слепить новое. То есть дать ребенку возможность почувствовать, что дальше возможна жизнь. Война рано или поздно закончится, и жизнь-то продолжается, и нужно жить дальше. Еще какие советы? Нужно вот наши воспитательные процессы привести вот в норму с возрастом ребенка. Дать ребенку полноценное общение, полноценную семью, больше телесного контакта с ребенком проявлять, играть какие-то подвижные игры с ними, держать за руку, чаще за руку, обнимать. Тогда происходит телесный контакт, и тогда ребенок получает свою порцию защиты. У ребенка. Это дуже важливо для дитини. Да, и еще через лепку и через рисование происходит вот через наши тактильные ощущения происходит как бы успокоение ребенка, да? Дальше, что если хотим победить вот этот страх, который есть у ребенка, нужно начинать с себя. Вот так. Да, нужно себе побороть этот страх, а потом и наше уверенное поведение, наш уверенный тон передастся и нашим детям. Очень важно здоровая и крепкая семья. Поддерживание, даже если папа на фронте, где-то или занят. То есть здесь важно поддерживать, что он есть. И он всегда будет с нами. И еще, если ребенок боится чего-то, то он не должен знать, что за это его ждет наказание или осуждение, или какое-то... Не насмехаться над дитиною в жодного ни в разу. Коем случае. И очень важно еще сохранять психологическую упругость. То есть можно привести такой пример, как, например, пружина, да? Она сначала сжимается, а потом разжимается. То есть мы должны сохранять вот это вокруг ребенка вот эту стабильность. Где-то можно промолчать, где-то не высказать свое мнение по поводу каких-то просмотренных телевидений или поведения какого-то человека. Якщо дитина не хоче, не йде на контакт, не любить малювати, або вже, може, доросла трошечки, не хоче вже займатися дитячою справою, якісь інші справи, якась творчість, це все, мабуть, також піде на користь дитині. Да, і ще дуже полезно тот же самий фізичний труд. Будь-який. Будь-який фізичний спорт. Займатися спортом, да. Как бы принято считать, что подростки-то не хотят рисовать, да, не хотят лепить. Я замечала в своей практике, что они охотно и рисуют. Сначала какое-то противоборство проявляют, не хотят, а потом они особенно лепят с глины, с пластилина. Это их процесс захватывает. Отже, все одно треба спробувати знайти підхід до дитини і знайти справу до душі. Потому что, да, каждый ребенок у нас индивидуален, и поэтому нужно учитывать, мы знаем своих детей, учитывать ребенка, его генетические предрасположенности, в то время, когда произошел стресс, в какой момент он произошел, сколько лет. Компьютерные игры, там же дуже багато
такої тематики різноманітні військові дії і стратегії і так далі. Чи можна давати дитині ось ці ігри гратися? Я думаю, что сейчас, скорее всего, нет, потому что они только еще больше могут усугубить его вот это состояние напряженности. Ну що ж, нам вже час завершувати програму. Одна хвилинка до кінця і ваші поради батькам. Міра, добра, понимання, взаємопонимання з нашими дітьми. Бережіть своїх дітей, свою родину, піклуйтеся. І залишайтеся на хвилі телеканалу «Миколаїв». До наступних зустрічей в ефірі. На все добре.